Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Land Rover Discovery. Ремонт переда. Повреждение выглядит страшненько, но это не так. Здесь надо только поменять поврежденные детали и исправить несколько небольших вмятин. Ладно, теперь я разберу передок, чтобы владелец знал, какие детали нужно купить. Итак, передок разобран, ждем детали. После 2 недель детали были доставлены ко мне. Начинаю сборку. Но сначала я подшаманю маленькое повреждение. Теперь я устанавливаю и меняю детали передка. Новые детали были покрашены. Yeah.
Ремонт этой машины закончен. На этот ремонт ушло 20 часов. Еще одно видео с небольшим ремонтом. BMW F06. Повреждения правой стороны. Крыло и двери были заменены владельцем. Мне нужно выровнять зазоры и подшаманить заднее крыло. Я отрегулировал зазоры и теперь буду равнять заднее крыло. Для ремонта буду использовать споттер.
И эта работа закончена. На эту работу ушло 4 часа. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!